Всем хорошего настроения. Сегодняшнее видео я записываю по просьбе зрителей моего основного канала. И это видео будет о моей новой точилке, которую я заказал на сайте AliExpress. Очень много было вопросов по вот этой точилке. И один из самых популярных это то, по центру здесь выставлен вот этот поворотный механизм или нет. Есть здесь соответствие углов заточки на обе стороны ножа или нет. Так вот, в одном из своих видео на основном канале я уже показывал соответствие углов заточки на обе стороны на вот этой точилке. Но два человека написали мне, что тест не совсем справедлив, поскольку я держал угломер в руках и мог силой прижатия как-то изменить угол заточки. Поэтому они написали, что я должен отпускать угломер во время измерения. К сожалению, у меня не нашлось ровной метрической пластины, до которой бы приставал вот этот угломер. А я использовал алюминиевую пластину, так же, как и сейчас. Поэтому я держал угломер в руках, чтобы он не упал. Но сейчас я продемонстрирую вам соответствие углов заточки уже с угломером. Я немного подумал и вот использую обычную метрическую шайбу вот с этой стороны, чтобы угломер держался на вот этой алюминиевой пластине. И сейчас, так, проверяем, прижат ли здесь вот этот винт. Есть у меня соответствующее видео на моем основном канале, где я рассказываю, как настроить вот этот угол заточки, как его измерять и как убедиться в том, что у вас вот этот механизм установлен правильно и по центру. Поэтому сейчас это все повторять не буду. Сейчас мы просто убедимся в том, что он выставлен хорошо или плохо. Итак, устанавливаем угломер. Обнуляем его. Я угломер уже не держу. 0. Убираем угломер с точилки. Откручиваем вот этот винт. Переворачиваем точилку на другую сторону. Прикручиваем винт обратно. И устанавливаем угломер на то же место. И видим, что у меня 0. Здесь могут значения меняться, поскольку точность угломера не настолько хороша, нет там соток, но даже если бы здесь представить себе, что было бы отклонение, вот эти 5 соток, это вообще ни о чем. Это вообще нереально увидеть на подводах. Поэтому я считаю, что в этой точилке угол выставлен по центру. И если у вашей точилки, вы купили себе точилку по-другому, посмотрите мое видео, где я рассказываю, как правильно настроить вот этот угол и как правильно все здесь установить из коробки, поскольку точилка приходит в разобранном виде. Если вы установили все правильно, в большинстве случаев должно быть все по центру, поскольку это же какое-то серийное производство и у всех должно быть одинаковые элементы. Да, здесь был люфт вот в этих прижимных пластинах, которые установлены в вот эти пазики. Я устранил его, просто намотал по одному витку малярного скотча. И об этом всем я рассказываю на своем основном канале. Посмотрите это видео и надеюсь, у вас также будет, как и у меня, идеально выставлен поворотный механизм по центру. Ну, сейчас угломер показывает в 5 соток разницы. На этом все. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос и вы убедились, что я говорил правду. Здесь прижимные губки и сам поворотный механизм выставлен по центру на обе стороны ножа. На этом все. Всем спасибо. Хорошего настроения. До свидания.